президентской академии прошел концерт «Рождественские перезвоны». На нем выступил Московский казачий хор. А открыл мероприятие ректор академии Владимир Мау. Дорогие друзья, мы не знаем, насколько приветствие должно быть торжественным или деловым, но точно церемониальным. Вот. Я очень рад, что мы вместе с Владыкой Илларионом, с научно-образовательным телевизионной ассоциацией «Нота», которая недавно у нас проводила конференцию, проводим творческое, культурное и одновременно все-таки образовательное мероприятие. Вообще, конечно, «Нота в ноте» — это великолепная инициатива, очень важная инициатива, поскольку мы понимаем, что образовательный и процесс воспитания, образование и культура, образование и литература неразделимы. И, конечно, вот это взаимодействие духовного и, собственно, я хотел сказать культурного, но это не совсем корректно. Духовное — это важнейшая часть культуры, является исключительно важным элементом нашей работы. Я хочу поблагодарить наших участников, которые будут выступать. Россия священная, наша держава, Россия любимая, наша страна, могучая воля, великая слава, мое достояние на все времена. Как на быстрый день Учились у меня твердо, хорошо было прям. Еще немножко и отлично.